Поехали. Дмитрий, день добрый. Добрый день. Перед началом нашего общения скажу информацию полезную, что вот у меня есть спикер Нарека Вакян, который постоянно у меня выступает. Это он из БКС, занимал там руководящие должности в БКС. Сейчас он ведущий аналитик сервиса Stock Lab по глобальным рынкам. Но сегодня заседание ФРС, тудым-сюдымс, поэтому завтра он выступит. Просил вам всем передать привет и расскажет про ситуацию на финансовых рынках. На российском, на глобальном и вместе с Даниилом Козловым, который тоже у меня выступает. Это вот такая тема. Ребята просили просто дать такую информацию. Вот, что если вопросы есть, копите, а ссылочка есть в описании под этим видео. Вот. Хорошо, что он хоть объяснит. Я не буду объяснять ничего по поводу ФРС и все. Мне кажется, это где-то там далеко осталось. ФРС до этого. Я согласен, да. Так, Дмитрий, вот давайте начнем с самого главного. Вас Набиуллина удивила или нет на конференции? Нет, потому что я придерживаюсь мнения, что слова не важны, важны действия, а слова подбираются под действие, ну, просто скажем так, не то чтобы рандомно, но по ситуации. То есть ЦБ настроен ставку повышать, а то, что он обоснования, какие придумывает, он каждый раз их придумывает достаточно спорные, и, видимо, не особо заморачиваясь с логикой и так далее. Я, честно говоря, смотрел ваш видео с Константином Новиком, когда вы пытались совместно разобраться вообще в логике ЦБ. Но вот мне, с одной стороны, было очень интересно, а с другой стороны, было вас жалко, потому что тут логики, мне кажется, искать не надо. Просто надо принять тот факт, что ставка будет расти, и вот этот вот разворот ДКП будет примерно таким же, как в валютной политике. Просто выйдет президент, скажет, все, хватит. Хватит макроэкономики, давайте вот это будет так, вот товарищ майор отвечает за ДКП, и все, поедем дальше. Ну, президент же хвалит госпожу Набиуллину. Вот пока хвалят, у нее, наверное, карт-бланш. Ну, может быть, но это, понимаете, это уже вне пределов здравого смысла и вообще формальной логики, потому что мы живем в век, когда, собственно говоря, все вот эти разговоры, они утратили первоначальный смысл, ну, начиная с ковида, на самом деле. Помните, как там сначала носить маски, потом не носить маски, потом этих закроем, тех откроем. Но каждый решал в это время свои проблемы, тут же происходит то же самое. Сегодня я прочитал, например, в Телеграме интересную вещь, что люди, которые купили за долги, ну, за заемные деньги активы уходящих компаний западных, вроде бы дешево купили, но деньги занимали, могут быть вынуждены их перепродать, потому что выросли ставки, стало сложнее обслуживать и прочее, прочее. Насколько я, так сказать, это правда, я не знаю, но вполне возможно, вот вам передел капитала, вот вам высокая ставка как инструмент. При чем тут инфляция? Да ни при чем. Ну и все остальное. Просто есть риторика, а есть реальные действия. А реальные действия состоят в том, что идет передел на рынок капиталов. Если вы успели залезть в хороший депозит, вы в нем участвуете косвенно и получаете какой-то доход. Если не успели, ну, горе побежденно. Понятно. А вот для тех, кто предыдущее интервью не посмотрел, еще раз, что такое передел на рынке капиталов? Ну как, доступ к деньгам определяет ваши возможности. Вы, если у вас кредит 22%, а у соседа 5% льготный, то, естественно, он выиграет у вас конкуренцию. И рано или поздно вас купят, если вы там сопоставим по объему. Собственно, у нас передел на рынке капиталов, собственно, идет. То есть он идет и по линии иностранцев, и история с Wildberry. Тут последняя, значит, это мексиканская драма. И, собственно говоря, консолидация каких-то активов уже так, что вырывается в M&A сделки. Вот, соответственно, здесь, ну, в этом смысле кредит – это ключевая вещь, потому что все эти сделки M&A, как правило, заемные средства. И надо их раздать правильным людям. Мне кажется, вот это самое логичное объяснение, которое снимает все противоречия на тему того, перегрев у нас, не перегрев,
Это все, ну, такие разговоры, нельзя же сказать, ну, вот мы должны отдать такому-то человеку деньги по такой-то ставке, а остальным не давать, так же нельзя сказать. Ну, поэтому начинаются какие-то сказки про перегрев, про рост выше потенциала. То есть, ну, мне кажется, на это не надо обращать внимание, надо просто смотреть на ситуацию, кто кого покупает, кто, где чего происходит, и из этого уже как-то строить свои торговые стратегии, если у вас есть на это возможность, потому что, естественно, сделки M&A – это не публичные истории все. Угу. Понятно. Так значит, а мы можем определить, в какой точке кончится предел, где предел терпения президента? Нет, конечно, потому что у президента терпение огромное, он профессионально подготовлен скрывать свои мысли, он вас будет хвалить, на следующий день придут, так сказать, и зама арестуют, как Минобороны, понимаете? Ну, здесь я думаю, что это, ну, как не в наших силах все-таки. Ну, как, есть, конечно, такой жанр трансляции мыслей из мозга Путина, но он, в общем, кроме Жириновского, там никто не преуспел, я так понимаю. Mm-hmm. Вот. А на самом деле таким фактором важным это все-таки ход СВО. Потому что пока идет горячая фаза, пока нет какой-то, ну, не заморозки, а каких-то подвижек, ну, в текущей политической ситуации, я думаю, внутреннюю политику примерно так и оставят. А когда по СВО будут какие-то перемены, ну, в любую сторону, там, в сторону мира, в сторону изменения накала, в сторону еще чего-то, то как раз внутреннюю политику начнут им менять. Потому что, ну, все-таки приоритет, понятно, это ВПК, армия, какие-то военно-политические соображения. И, ну, и пока вот кот спят, мыши в пляс, в общем. Ну, где-то примерно так я вот ситуацию вижу, как, может быть, это достаточно грубо и упрощенно, но вот в целом как-то у меня такой взгляд на нее. Ну, если будет слишком грубо, то за вами приедут. Вот. Ну, хорошо, поговорим. А вот я хотел вот еще спросить насчет, вы уже так косвенно сказали, но насчет инфляции мне все-таки интересно. Удастся ли монетарным методом победить инфляцию? Я думаю, нет. И я более того, я думаю, что такой задачи не стоит. Потому что, вообще говоря, ужасы и припадки насчет инфляции – это все-таки такой глобалистский дискурс, связанный больше с тем, что у вас, допустим, мировая резервная валюта, она не должна инфлировать очень сильно. Рубль знавал и худшие времена по инфляции, и, в общем, у нас в прошлом году, вообще-то говоря, была выше существенно. И в этом смысле, ну, как можно сказать, что я добился успеха, потому что у меня инфляция ниже, чем там в 2023 году. Успех это, в борьбе с инфляцией, успех. Но достигнут ли он монетарными методами, конечно, нет. Потому что монетарными методами при отсутствии свободного доступа к рынкам труда и капитала ничего снизить нельзя. Потому что если у вас ограничения по труду, то сколько ты монетарными методами не уменьшай, не повышай, у вас новый трудовой ресурс ниоткуда не возьмутся, соответственно, заработная плата и там будет высокая, безработица будет низкая и прочее, прочее. А монетарными методами, я напомню, пытались понизить инфляцию в 90-е годы после гиперинфляции, где-то с 95 по 97. Но успехи были довольно скромные. Там просто начался кризис неплатежей, появились квази-деньги, и ничего это не дало, потому что природа инфляции была тарифная, была импортируемая, и частично еще иногда экспортируемая в нашем случае, когда растут. То есть это, ну как, это все равно, что вы там пьете, у вас болит нога, вы пьете, ну, обезболивающее, ну, немножко вас отпускает там, но ничего же не лечит. Вот это, поэтому здесь это очевидно, я не думаю, что ЦБ этого не понимает, но там речь-то идет о том, что просто нет задачи, вообще говоря, именно что-то делать и бороться с инфляцией, нести за это ответственность. Надо обозначить, надо произнести правильные слова и обозначить, ну, какие-то действия, которые прикроют основную цель, допустим, удержания ставки, которая там сформулирована, ну, может быть, неявно. Но на самом деле же видно, что выгодоприобретатели – это все банковский сектор. ЦБ делает так, чтобы было хорошо банковскому сектору. Он правильно делает с точки зрения банков? Правильно. Может ли он разбалансировать банковскую систему, повышая ставку дальше? Может. Mm-hmm. Ну, то есть дальше уже только вопрос, где остановиться, но это уже на ощущениях и, так сказать, на... Опять же, судя по тому, что говорил Греф в прошлый раз, когда было заседание ЦБ в июне, ну, он попытался предупредить, что, ну, подождите уже,
мы где-то близко у края. Эльвира Сахибзадовна, значит, обратить внимание, ну, так скажем. Ну, то есть, вы поймите, что вот это вот то, что нам транслируют, это вот примерно так же, как там, в ковид, в реновацию, вот во все вот эти вот политические кампании. То есть населению надо что-то рассказать. Надо что-то рассказать непонятное, но создающее ощущение, что, вообще говоря, Родина не спит, так сказать, люди, нужные люди на нужных местах бдят. А много ли народ понимает в инфляции? Ну, даже экономисты расходятся во мнениях, и постоянно у меня, например, в чате приходят адепты ЦБ, которые мне предъявляют претензии, что как ты мог вообще даже помыслить об этом. Ну, то есть я уверен, что половина из них это делает совершенно искренне. То есть, потому что, ну, они вот так считают. А прочие люди на это вообще смотрят как на какой-то, ну, цирк такой, знаете, как. Что какие-то люди в очках говорят о непонятном, ну наверное, это важно. Поэтому здесь чистая операция прикрытия. Я как раз с некоторого времени я пытаюсь просто не обсуждать вот перегрев, инфляцию, рост выше потенциала. Уже даже над ним смеяться. Как, ну, не то, что стыдно, а уже, ну, один раз сострил, но сколько можно. Но у нас же есть фигуры, которые недовольно бурчат, типа Сечина. У них же тоже есть доступ к телу президента и вес аппаратный. Конечно. Но вот эта политика и есть там. Пришлют колбасками, пришлют. Опять же, я так понимаю, что там проблема-то не в личности, а, ну, с точки зрения, как сказать, когда была проблема в личности у Люкаева, ее быстро решили. Здесь проблема, судя по всему, в том, что есть просто большая группа товарищей бенефициаров и большая группа товарищей проигрывающих. И вот они между собой пока словесно выясняют отношения, потому что, ну, никто не хочет быть лузером, никто не хочет финансировать, так сказать, оппонента своего, там, лучшего друга, в кавычках. И здесь, ну, то, что заговорил Сечин, это говорит о том, что, ну, такой градус кипения поднимается, потому что это, пожалуй, ну, одно из немногих выступлений Сечина именно на не в своей, так сказать, отрасли. Ну, как бы просто есть такой момент, что обычно все-таки там финансисты стараются, если только не цены на нефть, там, не советовать нефтяникам и наоборот. Ну, вот как в анекдоте. Один дает кредит, а другой торгует семечками. Вот. Но если уже, так сказать, человек, который торгует семечками, стал интересоваться, как сказать, и пытаться советовать по кредитам, видимо, ситуация назревает, и кульминация, ну, достаточно близка. Потому что экономически, видимо, терпеть вот это вот какие-то дисбалансы, которые тебя, ну, не устраивают, уже никто не хочет. Ну, понятно, есть Дерипаска, который последовательный, который никогда не смолчит, но это, ну, это как бы, ну, просто это личность, так, это черта характера. А Игорь Иванович, это, да, это тяжеловес, это, скорее всего, ну, конечно, тут надо понимать контекст, может быть, его спросили, он ответил, тут тоже такой вариант может быть. Но я вот воспринимаю как раз, что вот ситуация немножко закипает, крышку начинает так подпрыгивать, и где-то к осени мы должны получить развязку. Именно поэтому я не очень верю в прогноз ЦБ, что там эту ставку будут держать в 2025 году долго и так далее, и так далее. А потому что развязка может быть вот ровно как с валютой. Просто вышли, объявили, и, извините, мы живем в новой жизни. И опять же, обсуждений никаких уже нет. Уже ЦБ, несмотря на свой валютный мандат, валютный курс уже управляет, как ему скажут. Ну и так далее, да. И, собственно, вот с ДКП может быть тоже такая ситуация. Я как раз очень верю, что это случится, потому что у нас нет другого способа балансировать на самом деле интересы вот этих вот больших корпораций. А, ну, собственно, может быть, его и не в принципе не существует в природе, но факт тот, что назад никто сдавать не будет, потому что он или либо не имеет права это делать, либо, ну, как-то показать слабость тоже неправильно сожгут. Они ждут, пока вот выступит арбитр. Я думаю, что мы не будет такого, что там ставка до конца года, ну, может быть, она будет до конца года, но вот тот прогноз ЦБ, который они сформировали, он, я не думаю, что он реализуется, если честно. Потому что у них, во-первых, никакой прогноз никогда не реализуется. Ну, начать с того, что до таргета инфляции там отпустилась один раз за 15 лет. Вот. А второй момент, что, ну, постоянно какая-то политическая корректировка вот этого процесса происходит, и я думаю, что она где-то вот к осени должна быть, как раз когда с СВО какие-нибудь новости придут там масштабные. Все и поменяют. В какую сторону, трудно сказать, потому что, опять же, зная наши власти, они у нас гораздо на сюрпризы.
И ЦБ тут не самый оригинальный. Mm-hmm. Вот, поэтому, ну, ждем осени, и все, а там будет видно. Хорошо, но есть сюрпризы, могут быть в обе стороны. Какие же активы держать долгосрочному инвестору, кроме тушенки, конечно? Ну, я опять же оставлю, ну, это такая банальность, золото. Я думаю, что это просто не от того, что у нас тут что-то происходит, а просто потому, что в мировом масштабе, в общем, примерно та же ситуация. И ФРС находится примерно, я думаю, в той же ситуации, что и наш ЦБ. Ну, то есть тут как бы просто масштаб другой. А золото, поскольку оно растет, и поскольку тут как раз вышло две замечательные новости, что китайцы и индусы покупают золото тайно, а в Аргентине украли золотой запас, то очевидно, что ненужное воровать не будут. Соответственно, Золото... Слушайте, я прочитал вот в вашем телеграм-канале, что у Аргентины запас украли, а президент, он типа марионетка-соучастник. Но я не понял, кто там чего украл-то? Не, ну это вышло... На самом деле, это как бы слухи такие. Вышла статья о том, что Милей отгрузил золотой запас в Лондон на хранение. Вот. Опять же, статья в аргентинской прессе, насколько она живая, там не живая, это трудно сказать. И, в общем-то, даже не важно, но поскольку все, что связано с президентом Аргентины, оно носит печаток карнавала, то и вот такой веселухи. То, естественно, я не мог не перепостить, потому что, ну, это просто... Опять же, вот, иначе ты впадаешь в тоник неопределенности, что будет со ставкой, что будет с валютой, вот. Но, тем не менее, золото остается, даже если бы в Аргентине золото не украли, или даже если вдруг даже вернут, например, то золото все равно остается в приоритете. Я думаю, что, опять же, у нас, ну, подуспокоится насчет коррекции. Я так надеюсь на это. Потому что, опять же, ситуация какая, что если ставки долго, окей, мы скорректировались, но народ потом выползет и начнет покупать, у него закончатся высокие депозиты, и, ну, там, они, может быть, сверхвысокие, скажем, закончатся. И, естественно, ну, как опять же, была хорошая метафора, что инвестор, он как птица, там, кинул камни, разлетелись, а потом опять набежали клевать там через какое-то время. Поэтому я думаю, что жизнь у нас будет, и как раз если, ну, некий оптимизм у вас есть, то это самое лучшее, это дождаться нападения, что-нибудь поднабрать, ну и, собственно, с облигациями пока не расставаться, потому что пока там все, в общем, достаточно неплохо. Какими облигациями не расставаться? С каким купоном? Ну, точно с Никой не надо, но Ника не нужна, а скажем так... В облигации, вы знаете, вопрос скорее такой, на какой срок, если вы хотите иметь денежный поток близкий, чтобы, ну, допустим, успеть выйти, да, чтобы купить очень вовремя все, то, ну, либо фонд ликвидности, ну, и опять же, если вас там уже фонд ликвидности не то что не устраивает, уже даже набрали много, ну, или вы боитесь, что из фонда ликвидности, когда все побегут, он не будет ликвиден на самом деле. То просто короткие, если вы хотите ловить проливы. Если вы не хотите ловить проливы, можно взять и длинных, потому что, собственно говоря, цены тоже нормальные. Ну, то есть у меня сейчас ситуация такая, у меня длинные только ФЗ, я просто короткие ФЗ, там часть выгасилась, часть продал. А остальное все у меня где-то там в публичном портфеле, я думаю, что год полтора погашения, и они уже не так драматично их болтают, потому что, особенно какие-нибудь до полугода, я тут сейчас стал смотреть портфель, думаю, ну сейчас он у меня весь красный, все плохо, а ничего подобного. Но ФЗ как бы там в небольшом минусе, а, допустим, вот это коротье, оно, в общем-то, даже в плюсе. Ну, там он какой-то маленький, но если ты, опять же, с прицелом на акции, то что тебе? Ну, ты чуть-чуть заработал и залез в акции, например. Ну, нормальный ход. Поэтому просто надо сбалансировать портфель таким образом, как что вы собираетесь делать дальше. То есть, если вы собираетесь 10 лет сидеть, ну, наверное, можно и ФЗ взять и сидеть в этих ФЗ. Надеюсь, что инфляция там не будет больше 15%, да, за 10 лет в среднем. А если вы хотите акции там какой-нибудь, не дай бог, Астра Позитива, Яндекса, ну, наверное, вам есть смысл просто посидеть в коротких, потому что пусть они потошнят еще. Ну, не месяц.
Понятно. Вот как... А что, акция будет тошнить, вы считаете, что еще будет один тошнотворный позыв? Ну, слушайте, а вот посмотрите, у нас что, есть же очень хороший маркер, это Яндекс, который попытался вырасти сразу, но у него не вышло. И есть, кстати говоря, Априв, который я считаю, что это исключительно ваша заслуга, что пока звонил колокол, там он 22% вырос, а потом упал. Ну, правда, сейчас он, кстати говоря, отскочил. Вот, ну да, есть, да, да, что... да, да, между прочим, да, это моя заслуга, да. Генеральный меня как увидел, сразу ручки замахал, я думал, надо поддержать колоколом. Это самое. Пока колокол звенел, собственно, пока звук не закончился, это было, сразу было просто. Ну, вот. Поэтому я считаю, что вот не 5% должны взять, мне кажется, за рост. Вот. Но просто это люди, если так серьезно говорить, люди попытались попампить это дело, но получилось пока не очень. Хотя я думаю, что там и организатор старается, в общем, на повышение играть. И, ну, и инвесторы там, и сам менеджмент готов котировками управлять и не давать каких-то просадок больших. То есть желание-то есть, но нет топлива, поэтому вот пока топлива нет, будет тошнить. А топливо у нас может быть какое? Либо еще денег подпечатают, но ЦБ строго стал суплатить. Он на самом деле сейчас печатает деньги ровно на процент по депозитам. Я вот посмотрел. То есть 7,2 у нас выросло на... там, 5 триллионов, и, по сути говоря, это примерно столько же, сколько получили депозитчики за, вот, ну, за полгода. Соответственно, то этого топлива еще немного. Как народ начнет выходить из депозитов, вот тогда и порезвимся. Ну, все полная аналогия с 2017 годом. То есть, вот, я, ну, собственно, 1917 было немножко как с Априв, там сначала рвануло, а потом уже было как-то не очень. Поэтому давайте пока все-таки остановимся на более близких аналогах. Хорошо, а вот Сбербанк может упасть на 220, например? Ну, должно четко эта гадость произойти, мне кажется, потому что все-таки Сбербанк это такая глыба, которая, помимо, собственно, хороших метрик, она финансовых, она еще уже символическое значение приобрела, поскольку «Газпром» у нас выбыл из надежной компании. А, между прочим, символическое значение, это крайне важно. Вот, собственно говоря, сейчас, если Яндекс удержит свое символическое значение, то они будут на пару там, несостоявшееся слияние, вот они будут друг друга, значит, как «Пепси-Кола» и «Кока-Кола», значит, немножко троллить. Вот. А поэтому, чтобы он упал на 220, нужно, чтобы очень сильно инвестор переоценил его вообще значимость. И это либо катастрофическое падение метрик, ну, а катастрофическое, которое воспримется плохо, либо это смена менеджмента. Причем такая, которая даст вот, ну, ощущение, что все пропало. Тогда он, конечно, не на 120 может упасть, но пока, в общем, ни того, ни другого мы не видим, поэтому я больших таких вариантов не вижу. Опять же, при высокой ставке там банковская система еще полгода, ну, вряд ли будет чувствовать себя очень плохо. У них еще не пойдут дефолты, невозвраты, такие, чтобы они прям были очень сильные. Потому что я слежу за рынком просрочки, он пока, на удивление, низкий. Там, если говорить об МФО, там хуже в дело, но у банков пока все не так плохо. Поэтому рано. Понятно. А вы когда-нибудь, вот сейчас вы сказали, что там статисты говорят то, что, ну, там, скажем, приказали сверху теневое правительство. А вы когда-нибудь заявку писали на того, что присутствует на пресс-конференции ЦБ? Нет, а мне как-то, мне достаточно видео и этих самых, и расшифровок. А вот, интересно, наш друг пишет, Новик, ну, там, наверное, хороших аналитиков не ждут? Да почему? Мне кажется, приходи. То есть как раз я думаю, что ЦБ совершенно спокойно выслушает. Он просто не будет ничего делать. А высказаться у вас есть право, почему нет? Не, почему же его не пускают? Уж много раз писал. А, вот. Это тогда я просто не знаю. Но это тогда у него лучше спросить. Я, честно говоря, просто не очень люблю начальственные пресс-конференции. Ну, по причине того, что с ними отвлекаешься, там смотришь один, другой, третий. А когда ты у тебя расшифровка, и все видишь, все-таки буквы, они, ну, мне как-то проще. Понятно. Но ведь можно было поднять посещаемость вашего канала. Там выступаешь сначала Коган, потом вы, потом Верников. И наши каналы,
Они, так сказать, имеют возможность задавать самой Брошкиной вопросы. О! Ну вот, может, поэтому не пускают, чтобы разные тут каналы не монетизировали. Ну, Да. может быть, я вот, честно, не думал об этом. Понятно. А что там с Никой? Говорят, какое-то письмо есть акционера, нет? Не читали? Я просто не читал Честно еще. говоря, у меня просто Ники не было, я не занимался этим вот как-то плотно. У нас вообще Артем Сергеевич такой специалист по У Нике, нас по идее. один товарищ, который не будем называть в суе наш общий, ездил на фабрику, сказал, все зашибись. Я просто удивляюсь. А теперь я начинаю думать, что там случилось. Баллончики что взорвались. А у вас вот на сайте человек написал, что месяца 3 назад уже все оборудование демонтировано, которое по пожарке орешков и вывезено. Тогда у меня возникает вопрос, что там вообще происходит? Ну, вы знаете, это вопрос правомерный, только дело в чем, что если, как сказать, вот начать анализировать дефолтные истории, то практически любой дефолтник недели за 3 до первых вот таких уже, когда все это наружу выливалось, ты можешь к нему прийти, и там будет все идеальный порядок, все работают, все сидят, все. Совет директоров тут заседает, вот прям крики стоят, и, ну, и это не запись голосов, а это просто реально так и есть. А опять же, вопрос с Никой стоит в чем, что я так понимаю, что это все-таки не рейдерская история, как с КС и с Эбисом, а это какая-то внутренняя вещь, потому что там сливали, ну, цены проседали чуть заранее. Потому что вот если мы посмотрим там Креал Энергострой, там вышла, как только вышла статья о том, что, собственно говоря, бенефициара посадили, а посадили его там 2 недели назад, тут же стали лить, то есть никто не... А здесь кто-то что-то знал, что-то лили заранее, значит, это был либо организатор, институционал, который имел, либо это был крупный физик, либо это был сам менеджмент, который, может быть, облигации покупал и так далее. И, соответственно, это какой-то внутренний конфликт, который, ну, не был вот таким захватом. А Понятно. тут уже, ну, оперативно-розыскные истории, такое бывает, к сожалению. Но именно поэтому ВДО диверсификация – это прямо очень обязательно. Да, Потому что если... на канале я и говорю циничную вещь, что когда дефолтнут 10%, окажется, что доходность на уровне ОФЗ. И что бегали, суетились? Ну, бегали, ну, согрелись. Ну, это да, это есть такой момент. Да. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам.